котенок гав-мяу. Яу, яу, высота пена, ты чебурашка, я крокодил Гена. Кто против меня сегодня тут? Другие люди его увидят и не поймут. Это Олег же или Кокила Оуджи? Я не пойму, покажи мне, где тут G. Где ты живешь тут в Москве? Покажи, у тебя есть тату на рукаве? Нет, я вижу, у тебя вся кожа чиста. Потому что ты не валялся в кустах. Потому что ты тут реальный парень. Ты настроен реально классно, ребята. Что пригласили сюда заехать? И пока показать тут немного греха. С района Царицына я пришел, сюда прилетел птицы. Я и теперь здесь оказался. В парке заряди и твои глаза, брат. Они здесь полные добра. Вижу то, что здесь мне начать уже пора. Поэты уличной классики тебя провести, чтобы у тебя появился стиль. Братишка, тебе надо просто магнитофон древний взять и марафон устроить этих кассет, где карандашом ты просто там перемотывал, и было хорошо там. Слышно тебе из этих колонок, просто там раздавал у подъезда девчонки. Тебя там, звали гулять, но ты не мог, потому что хип-хопом опять ты заболел и уже не мог там встать с кровати. Тебе и начал фристайлить, да. Ты этим заболел, это уличная классика, ты этого хотел. Бетховен, потому что мы читаем про уличную классику. Покажите, где другие не найдут. Мы научим, как рифмы слагать. Научим стихотворный размер посчитать. Покажите, позвоните своей маме или позвони бать. Скажите, приходи сюда опять. Здесь настоящий мастер-класс. Показал нам банкир оба глаза в глаз. Он сразу на раз показал тут как надо. Показал читать тут читку, ребята. А против меня Олежи. Он как будто бы OG. Он хороший, как будто бы Лев Рэпак. Он сделает рэп, запакует в тетрапак. В тетрапак, тетрапак. Я запакую это в тетрапак. Или может быть запакую в зиплок. А может быть я здесь в мостах. Читать еще очередных 20 строк. Чтобы тебе зачитать еще об этом. Уличная классика здесь, поэтому я себя никогда не называл. Но все равно я раскрываю глаза на тебя, чтобы и тебе их раскрыть. Братишка, ты уловливаешь суть эту нить. Ариадна тебя тут сюда приведет, где тебя хип-хоп и классика ждет. Да, этот биток немного похож на бумбэп. Я теперь тебе расскажу о тем, блядь. Твой, ты сегодня, ты по классике, но ты в кусты сам прыгнул. Они даже на футболке отобразились у тебя. Вот прикол, да, да, ты не с улицы, ты походу из джунглей. Я раздуваю здесь хип-хоп и угли. Да, они разрываются прям в пожар. Я тебя здесь забатываю, братишка, угар. Здесь мы потом в кусты. Мы с тобой здесь началась игра. Да, это ритм бумбэпа. Братишка, мы с тобой адепты в этом. Настоящая рычина тут на устах. Он правильно заметился, я провелся. Настоящая рычина тут на устах. Он правильно заметил, я справился в кустах. Он правильно заметил, моя кровь так густа, что я будто очень вкусен, будто бы густав. Будто бы очень вкусно густас. Приготовил соус из устриц, приготовил батле про поваров. А что вы скажете про пиваров, пиваров? Мы здесь не пропускаем, потому что мы их не уважаем. Только тут трезвая будет рычина, только та, которую читают мужчины. Классика и зовется только ту, которую нам читать не имется. Друг против друга вышли мы раз на раз. Но это будет жестко, как будто бы первый класс, будто бы рэп-группа. Мы крутая, как группа губы. Можем немножко вам тут сюморить, потому что мы шальные ребята. Будем с вами шарить, будем с вами рифмовать. Мы научим читать, позовите мать. Пусть
пусть она снимет вас на телефон, напишет на диктофон, покажет, кто тут он, кто тут бро, кто не настоящий бро, кто настоящий, а кто просто клон. А может быть, кто-то клоун, это фристайл, oh my own. Yeah. Окунемся в хронологию событий. Когда-то мы были здесь просто зрители, теперь мы участвуем в этих батлах на раз. Я просто здесь с первого раза, получается то, что у меня прям с башки. Я здесь раздаю всем вам, и вы тоже так можете. А просто на ходу я сочиняю, ощущаю свободу, куда я иду, там уличная классика, просто у тебя в мозгах. Братишка, у тебя нет майка в руках, потому что здесь только что моя тут очередь. Братишка, детство читать хочешь, я вижу этот брат, у тебя душа горит, потому что на счет три смотри внутрь себя, и откроется у тебя твое внутреннее солнце. Тогда в уличной классике ты проникнешься, братан, ты просто удивишься, как это море, в которое ты плескался, где-то в лягушатнике, оно пожарное, где у тебя там за горизонтом. Когда пойдет дождь, пользуйся зонтом. Братишка, это мой экспром против тебя сейчас, но респект, я респект всем, спасибо. Все, я так понимаю, все, да? Дайте шума, друзья, дайте шума, если вам понравилось это сражение. Вот именно так выглядит схватка настоящего матерого тигра против медведя гризли. Это анаконда против крокодила. Это просто чебурашка против велоцираптора. Ну, в общем, не важно, кто из них, кто, мы узнаем буквально через несколько секунд. Но для начала... Раз. Закономерно, что вы в финале, потому что, с того, что я видел, у вас действительно были наиболее стабильные раунды, а стабильность — это признак мастерства. Поэтому уже вы оба победили. Давайте пошумим, ребята. Да, всегда есть моменты, когда волнительно или непонятно, или не знаю, что сказать, но вы, мне кажется, максимально круто из этого выкручивались. Круто выкручивались. Я смотрел по раундам. В первом раунде для меня показался Олежек интереснее. Во втором мне показалось, что ребята оба как-то сделали длинно и мало было конкретики и ярких фраз. Но субъективно мое ощущение. В третьем для меня Олежек ярче и неожиданнее повернул линию. По итогам именно в этом батле для меня Олежек. Потому что я оценил не только форму, не только флоу, но и оригинальность мысли, она у обоих финалистов на уровне, вот именно в этом противостоянии я за Олежика. 1-0, Олежик. Следующее слово судья нашего батла — это Коля Юник, он же артист, он же масон. Дайте шум ему. Ну, вообще хотелось бы изначально полностью сказать о том, что сегодня здесь происходило. Мне очень нравится, какая была атмосфера, очень дружеская, ребята, все друг другу с уважением, даже несмотря на батловый формат, это все как-то преподносилось так нежно и спокойно. Ну, в общем, это круто. По финальному батлу. Здесь, в принципе, King Size, я его поддерживаю в этом плане и согласен с ним абсолютно. У ребят тяжелая, во-первых, тема, потому что сегодня уличная классика поднималась несколько раз, и много панчей уже было выстрелено и на разминке, и где-то между батлами, и в итоге на финал прилетела та же самая тема, поэтому ребятам было втройне тяжелее. Вот, спасибо МС Банкиру. Вот, но здесь, да, по технике, по исполнению ребята находятся на практически, ну как, они на одном уровне, но, как сказал Кинсайз, для меня тоже, допустим, в самом финальном раунде Олежек открылся тоже неожиданными такими поворотами, неожиданными такими панчами. Ты немножко прошел у меня все три раунда, ну как классно, но ровно, понял, то есть, ну такой хорошо, такое стандартное, хорошо. А Олежек, он в какой-то момент так раз, и потом чик, и понял, под конец он тебя все-таки немножко, поэтому, да, мое слово тоже за Олежека. Третье слово нашему судье — это Макс Зенин, он же Эгенси Барабос. Ну, я считаю, что Олежек
на протяжении всего батла был, в принципе, лучше всех, интереснее всех, больше сформулированных мыслей, больше старался тему раскрывать. Для меня как-то ритмически больше по вкусу заходило. Вот, я считаю, очевидная победа. Но в целом, как-то по-доброму сильно батлить, как комплиментарно. Хотелось бы какой-то больше крестности. В следующий раз мы обязательно дадим MC наживу. Так, спасибо всем, конечно, ребят, всем.